Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Джо. Да, сегодня мы запишем игру на Sega Batman. У нас новая рубрика Boss Rush, и только будут боссы. Только боссы, не под боссы, только боссы. Поехали! И первый босс это Альфред. Но не на Альфреда, а Чимчура, моего друга похож. Хочу на него переводить эти фигни. Вот и все. Следующий. Приближаемся к боссу на химическом заводе, там, да, он на Диктрессе похож. Поехали. Уа, еще! Ха, выход. Следующий босс. Следующий босс какой-то еще один лысма. Вообще дружище Джокера. Он вообще тоже лох, вы смотрите. Ну что это босс? Хотя я не считаю, что это босс. Он вообще лох какой-то. Я только сейчас курю, что можно... вот честно, только с всей этой записью. Сэкономить можно стрелы. Я всегда тратил на первом уровне. На машине босс следующий. Босс-танкер! Есть! Следующий босс самурай. Ха-ха-ха, what a boss! Man, Vinny, what a boss! Я просто на его языке базарю. На! На! Ах ты тварь! Баныч! Ха! Ши! Хо! Хо! Е! Босс-самолет! Твою дивизию! Да! Пам-пам-пам! Джокер! Землю самой высокой точки собора. Проледяное лицо Джокера поражает растерянное. Сквозь стекленевшие глаза протухли. Победа Бэтмена. С вами был Джо Даппи. Это была рубрика Boss Rush. Игра Бэтмена на Sega. Всем пока. Подписывайтесь на канал в YouTube, группу ВКонтакте. Любите Sega. До свидания.